Энтони, или теннис-класс первый, родился в Амстердаме в 1592 году и умер в 1636 году. По возрасту подходят ученики Босхарту во время пребывания того в Амстердаме. В 1614 году Энтони Классу первому было 22 года. Единственная его известная картина «Букет цветов» 1634 года вполне ассоциируется с картинами Амбросиуса Босхарта-старшего, написана в традициях ботанического натюрморта. Предмет изображения здесь один и тот же. Те же самые розы, тюльпаны и так далее. И они столь же распластанные в одной плоскости наподобие ботанического гербария. Это впечатление плоскостности не нарушает даже перспективное сокращение кромки каменной плиты стола, на котором поставлена стеклянная ваза с цветами.